Всем привет! Не знаю, заметили вы или нет, но с 11 числа мой канал как-то странно себя вел. Поменял название, пропала аватарка, меня ломанули. И я сегодня возвращаю его себе обратно. Это прекрасное событие. Есть два стрима, которые я проводил в Инстаграме, которые четко описывают всю ситуацию. Если вам интересно, позырьте. Но это уже, в принципе, не актуально. Все вернулось, все хорошо. Ждите. В скором времени будет охуенная вещь, выйдет на канале про наши ночные стрит-арт-похождения. И, ну, пока эта вся волокита, бюрократия и херня проходила с поддержкой Google, я время зря не терял. Так, ну что, вот такие ящички сделал для школьников. Ну как сделал? Покрасил, да и эмблемку зафигачил. Но это не самое интересное. Самое интересное — это вот этот вот пазл. Он состоит из нескольких секций. Вот у меня сейчас пока в лаке немножко подсыхает. Вот. Такой вот пазл, изображена школа. Ну, такой схематический ее силуэт. Там будет какой-то квест, они будут эти детальки собирать, чтобы потом сложить воедино. Догадаются, не догадаются по рисунку. Довольно сложная конструкция это. Ну вот именно для этого, в принципе, школа и нарисована. Но сок тут вообще в другом. Сейчас покажу. Но главная фишка здесь в том, что когда они ее полностью соберут, выключится свет, включится ультрафиолетовая лампа, и появится изображение двух учительниц. Вообще тут интересно, кстати. Под ультрафиолетом много чего интересного. А так их не видно. Ну, такая вот чудесная краска. Ну, а потом это будет скрываться вот таким вот тонким пластиком. Вот сейчас по какой-то защитной пленке. И сверху будет окантовочка вот такая вот фиолетовая, темно-фиолетовая. Я это все собрать сейчас не могу полностью, потому что лак еще до конца не высох. Поэтому, ну, думаю, представляете, как это должно выглядеть. Короче, такие дела. Так что никуда не разбегаемся. Уже выстроилась некая очередь из проектов, поэтому надеюсь, что ролики будут выходить более регулярно. Я постараюсь, но не обещаю. Пока.